Всем привет, вы на канале Eagle Games. Сегодня играем в игру Moto Racing 3D. Это игра на мотоциклах, но игра начинается с мопедов. Как не хотелось бы мопедов, но сначала придется поездить на мопедах, а потом купить себе мотоцикл. Даже на мопеде очень интересно ездить. Машина ударила. Так, тут даже есть азот. Азотик. Ого, да что я? Так сильно разогнался. Резко. Так, даю азот. И разгоняю до 130. Мопеде. Представляете, друзья? Конечно, мопеды бывают разные, но я вижу, что это не сильно мощный. Но с азотом он достаточно мощный получается. Так. 100 километров. Максимальная скорость без азота. С азотом мне удалось выжить 130. Так. Друзья, уступайте дорогу. Что вы вот это едете? Не уступайте быстрому мопеду дорогу. Так, что у нас в гараже? Вот такой сейчас у меня мопед. Я на нем езжу. Так, мотоцикл могу купить. У меня сейчас есть 6500 монет. Еще надо 4500. 25000 кроссовый. Чоппер вот такой. Так, 35000. Ну ладно, это потом. Это потом. Так, наверное, все-таки я пока прокачаю свой мопед. Хотел сказать автомобиль. Так, скорость. Или не надо прокачивать? Не, наверное, не буду я прокачивать, буду собирать на мотоцикл. Так, поехали. Эта гоночка уже на время, с ограничением по времени. Ничего себе, практически 160 на мопеде. Круто, очень круто. Так, азота, я так понимаю, мне больше не дают, к сожалению. Чуть бы не врезался в автобус. Вот, немножко азот появился. Откуда? Неизвестно. Так, уступайте дорогу. До финиша. Ё-ё-ё. Надо же. Так, рестарт. Рестарт. Прям фуру.
Надо же, я только что выиграл лотерею. 20 тысяч монет, и я могу прямо сейчас купить себе новый мотоцикл. Так, выбираем мотоцикл. 10 тысяч, 25 тысяч, 30 тысяч. Было бы, конечно, такое взять круто. Так, 25, 10. Что ли, кроссовый взять? Ну, он же не быстрый. Чоппер. Так, наверное, все-таки я еще раз проедусь на мопеде, заработаю 3000 и возьму себе вот такой чоппер. Это будет самый лучший вариант, друзья. Так, мопедик, поехали. Свободный заезд. Свободный заезд. Ай-яй-яй. Рестарт. Теперь лишь бы меня никто не подрезал. Ой-ой-ой, ух. Ай-яй-яй. Так, наконец-то у меня есть 30 тысяч монет. И сейчас я могу себе купить крутой чоппер. Покупаем. Есть. Поехали. Встречная полоса присутствует. Вот это да. Так. Что он может ехать по скорости? Что-то по скорости он не крут, конечно. А что надо было ожидать? Это же не спортбайк. Это чоппер. Что он медленно едет. Еще медленнее, чем мопед. Так, 90. Так, что-то я, конечно, с чоппером чуть-чуть разочаровался. Он еле 100 едет. Что ж такое, а? Честно. Совсем не по-честно. Столько монет отдать. А чоппер-то еле едет. Плохо разгоняется. Так. Пропускай. Уступай дорогу, друг. Я подрежу лучше. Конечно, с чоппером скорости большой не будет. Берем азот и разгоняемся аж до 110. На мопеде я до 130 с азотом разгоняюсь. Да, конечно, я думал, ой, кого-то чуть-чуть ударил. Друзья, вы были на канале Игры Геймс, сегодня играли в игру Moto Racing 3D, игра очень интересная, игру можно будет скачать по ссылке в описании под этим видео. Подписывайтесь на канал для того, чтобы не пропустить новые интересные видео. Всем пока!